Здравствуйте, нам нужен сотрудник полиции по поводу мошенничества. Мы хотим сделать заявление, чтобы сразу же все данные передать. Давайте я коротко суть изложу. Нужно было починить ноутбук, там клавиатуру поменять. Нашел через Авито человека, связался с ним, соответственно, договорились. Отдал ноутбук, и человек с этим ноутбуком пропал. На связь не выходит. Нашли его контакты в социальных сетях. Фотография все есть, связи с ним никакой нету. Это было 30 января, сегодня у нас что уже сколько? Скоро полгода будет, как говорится, ни ответа, ни привета. Если человек обманным путем просто таким образом зарабатывает, это одна ситуация. Если что-то случилось, надо выяснить, что случилось. Максим, добрый день. Скажите, пожалуйста, как с вами можно связаться, вживую пообщаться? Что вас интересует? Я представитель по доверенности Спицын Станислав Сергеевич. Знаете такого? Спицын Станислав Сергеевич? Да. Да что-то не знаю, наверное. Вы у него взяли ноутбук и до сих пор к ней вернули. А, по поводу ноута с клавиатурой, все, я понял. Да. А, я сегодня вечером буду в городе и решу вопрос. Ну, понимаете, что как бы ваши действия не совсем, скажем так, корректны с точки зрения законодательства. Какого? Уголовного. Мы сейчас на данный момент находимся в полиции, пишем на вас заявление. Почему? Потому что вы не выходите на связь. Имущество похищено. Я сейчас вот подъезжаю в город, я же говорю. Ну давайте сделаем так. Дзержинского 7, знаете, где находится отдел полиции номер 1? Я сейчас все равно занят, это вечером только, я говорю. Смотрите, я читал вашу переписку, и на мне вот эти вот, а потом через 5 минут, вот-вот я уже иду, не прокатит. Я понял, через сколько времени вы будете на Дзержинского 7, Максим? Вечером буду в городе. Ну, вечером вы будете, я понимаю. Сегодня во сколько вы будете на Дзержинского 7, чтобы нам уже решить вопрос? Либо мы в гражданской плоскости решаем наши проблемы, да, которые возникли, либо это мошенничество с вашей стороны. Никакого мошенничества нет вообще. Ну тогда почему мы не можем решить проблему, вернуть ноутбук и вернуть те деньги, которые вам были переданы за клавиатуру? Это на ней эти деньги была клавиатура куплена. Она есть новая, все. Ну хорошо, сколько времени необходимо вообще человеку? Давайте вечером доеду, неудобно разговаривать на дороге. Понимаете, как бы все сроки уже прошли, я так понимаю, что вы ноутбук не починили. Я понимаю, разумные сроки прошли. Я так понимаю, что вы ноутбук не починили, правильно? Ничего не делал даже. Ничего даже не делали. Да, попросил знакомого, чтобы он клавиатуру поменял, поставил хотя бы. У меня к вам, значит, такая просьба. Давайте все-таки закроем эту тему. Ну, я надеюсь, что без возбуждения уголовного дела, хотя заявление на данный момент подано. Вы можете мне позвонить на этот номер. Я сейчас, слушайте меня внимательно, что нужно сделать. Чтобы вопрос был решен, вы должны вернуть то имущество в том состоянии, которого вы его забрали. По крайней мере, не хуже. Не, ну это понятно, естественно, конечно. В том числе клавиатуру, за которую там около 900 рублей заплатили. Да, отдельно за клавиатуру заплатили около 900 рублей. Я сейчас говорю округленно. Соответственно, он уже обратится к другому специалисту, который все-таки сделает эту работу. Значит, у вас телефон мой записан. Через сколько времени вы примерно будете в городе и через сколько времени вас ждать, чтобы вы со мной свяжетесь, и, соответственно, мы в полиции закроем этот вопрос. Давай я лучше на завтра перенесем. У меня просто сегодня точно, у меня очень много дел. Я тоже очень занятой человек. Мое участие в процессе стоит определенных денег. Я сейчас вам еще раз говорю, я нахожусь в полиции. Мне неудобно, я за рулем. Ну, остановитесь. Ну, вы услышали, да? Я знаю поведение таких людей. Вот это сегодня, вечером, завтра, это, оно не состоится. Оно не состоится никогда. Выход только один. Возбуждать уголовное дело и в рамках уже соответствующих действий привлекать к ответственности. Потому что он не придет. Ни ко мне, ни кому. Он сейчас мой номер записал, он пойдет, ну, я попаду в черный список. И потом он будет говорить, что он со мной не связался, не было возможности, там, ну, что угодно, короче, там... Вся переписка, которая с января длится вот по сегодняшний момент, она вот основана на этом принципе. Да-да-да, вот-вот-вот, все то-то-то-то, понимаете, да? Мы, конечно, можем его найти, понимаете, но это будет немножечко незаконно.
Нам еще потом статью за это впаяют. Это точно. Если мы с него сами возьмем этот ноутбук и проценты за пользование. Спасибо, до свидания.